уважаемые коллеги! Меня зовут Ирина Саватеева, я хозяйка питомника Саватеевых. Хочу немного рассказать об одном продукте нашего питомника, о так называемых небольших деревьях, это мы сами для себя их так называем. Что это за продукт? Это небольшой высоты деревья, ну вот перед вами, допустим, яблони, не больше, наверное, 2,5 метра, обхват ствола 6, 8, 10, какие-то даже потоньше, то есть они проходят по стандарту 200-250, но это все деревца с уже оформившейся небольшой кроной. Вот, пожалуйста, яблоню видно прекрасно, что это сформированная крона, штампик такой вот сформированный, ветки обрезаны. Этот продукт очень популярен у нас в садовом центре для частников. То есть они могут это дерево в конце концов поместить даже в легковую машину. Этот продукт очень популярен для городского озеленения, потому что он достаточно бюджетен. Этот продукт популярен и у тех, кто хочет сделать свои сады, ну, с небольшим бюджетом, то есть кто готов сажать молодые деревья, но кому важно, чтобы, ну, был уже некий результат, чтобы была картинка, то есть деревья красивые, сформированные. Да, садовые центры покупатели этого материала у нас, ну, садовые центры, соответственно, тоже для частников продают, так что продукт достаточно востребованный, да, хорошее качество, сформированная крона, сформированный штамп и контейнер, который вы можете положить в легковую машину. Какой ассортимент мы можем предложить в этом контейнере? Это яблони декоративные, достаточно много липы в контейнере, преимущественно гринспайр, потому что, конечно, гринспайр это очень востребованный, надежный такой сорт. Вот. Есть черемухи, есть рябины в контейнере, и, вы знаете, достаточно много ив. Сейчас у нас в ассортименте более 20 ив. Преимущественно это ивы свердловской селекции, но есть и кустовые небольшие ивы, там, допустим, пурпурная нана, розмарино-листная. То есть выбор интересный есть, и они тоже сформированные, небольшие, совсем недорогие. Вот если говорить об этом типе продукта, и я думаю, можно очень интересно с ними работать, подбирая различные сорта для тех или иных требований. Пожалуйста, пишите, звоните, будем рады ответить на ваши вопросы.